2009 года выпуска. Стоимость данного автомобиля 520 тысяч рублей. Данный обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем звучание. Сегодня нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны. Автосалон CarLine. Такие ключи. Матерчатая обивка салона. Очень интересный дизайн. Легко поворачивать руль. Давайте включим фары. Противотуманные огни. Аварийную сигнализацию. Электростеклоподъемники. Давайте откроем капот. Диодные повторители поворотников. 16-дюймовые легкосплавные диски. Обыватели фар, передние датчики парковки. Блокировка стекол, электростеклоподъемники, электрорегулируемые зеркала. Ниши для мелочевок. Полностью с механическими регулировками. Водительское сиденье, также и пассажирское. Имеет подогрев с тремя ступенями. Круиз-контроль, управление аудиосистемой.
связь станции. Двузонный климат-контроль, различные зоны. Рециркуляция, передний и задний обогрев стекол. Четыре коробка передач переключения с возможностью ручного переключения, также спортивный режим и зимний. Розетка. Также подсветка педального узла синего цвета. Такой неординарный автомобиль. Качество материалов отделки на весьма хорошем уровне. Просторно, при моем росте 188 сантиметров, я разместился здесь довольно просторно, весьма комфортное сиденье. Задний ряд сидений также складывается. Также здесь подсветка. Подлокотник. Нечто для мелочевки. А вот задним пассажиром рослым, если еще над коленями есть какое-то пространство, то над головой уже, к сожалению, не осталось. При открывании дверей включается подсветка. Довольно просторный багажник, запасное колесо, инструменты и дамка.
Еще раз напомню, цена данного автомобиля 520 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и до встречи в следующий раз.